Хе-хе, ребята, всем привет! У нас сегодня чего на повестке дня? За моей спиной новое приобретение у меня. Suzuki Address 100. Что-то вот, не знаю, как-то на квадроцикле некомфортно ездить по асфальту, да, по поселку здесь гонять, по деревням. И после долгих раздумий думаю, дай-ка я куплю тоже себе. Коля подарил 50 кубовый, себе взял 100 кубовый. Вот такую игрушечку. Сейчас я вам сделаю небольшой обзорчик по данному девайсу, а вы за меня порадуетесь. Смотрим. В общем, что из себя представляет вот такая игрушка новая. Какая-то кошка ко мне привязалась, живет у меня на веранде уже целый месяц. Так, раскрашен весь как Мурзилка. Журнал такой раньше был. За мотоциклом следили, отлично, вообще. Видим, тут у нас табличечка. Все японское, натуральное. Состояние вообще классное. Это я уж по грязи тут немножко погонял по деревне. Заморал чуть-чуть его. Двигатель 100 кубовый. В отличие от того, который я Коле подогнал. Но, чтоб наша доблестная милиция не приставала, все документы сделаны на 50 кубов. И спидометр поставлен от 50 кубового. Вот. Люблю я Suzuki, ребята. Вот такая игрушка. Всякие тут прибамбасики поставлены. Так, бардачок у него бензиновый, интересный. Сейчас я вам покажу. Оп, заметили? Как открывается. Оп, и здесь у нас топливо. Вливается. Дальше. Что мы имеем? Открываем багажник. Ага, открываем. Открыть бы еще его. О! Здесь масло у нас стоит. Свет горит. Так, документы, соответственно, на него. Тут у нас прикуриватель даже где-то сделан. Сделан прикуриватель. Вы можете подсоединить. Соответственно, нафиг он мне нужен. Сидушка поставлена от 50 кубового. Соответственно, для второго пассажира есть ножки откидывающиеся. Ой, палец прижал. Довольно небольшой такой, компактненький. Что, попробуем завести? Полтычка работает, дури в нем, ребята, ёкаламане. Прокатился. Это, в общем, вам не квадроцикл, а же комфорт непередаваемый, ощущение. Мягенько идет, все дела. Только на 92-м бензине хозяин предыдущий ездил. Я, конечно, буду ездить на 95-м. Вообще состояние идеальное. Вообще классно все. Такой вообще четкий. Вот, что мы имеем. Ну вот очередное мое приобретение. Где-то недалеко на коп можно на нем бы угонять. Соответственно, если сухо было дороги. Ну и можно уже вдвоем Колю посадить там. Или девчонку какую-нибудь. Ну,
такие дела. Ладно, спасибо, кто смотрел. Очередное путешествие у нас отснято уже с Коляном. Погода вот первый день сегодня, солнышко, но холодно. Вообще холодно, с утра дождь был. Но к понедельнику обещают тепло, дороги подсохнут, поедем. А следующее видео копия будет где-то на неделю, я выложу. Не знаю, в среду, в четверг, в пятницу. Надо смонтировать только, лежит уже, все отснято. Интересно, будут байки, как обычно. Интересные находки. Не пропустите. Спасибо, кто смотрел, кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Грозные лайки, пишите комментарии, а мы будем вас радовать очередным видео. Все, ребят, спасибо. Увидимся.